Я вам задал фуланикс. И давайте попробуем ну как всегда, как и у всех фо входит в ремикс, в танексе. Ну у них у всех одинаковые лесы. Особенно в пиросиних, потому что у них розовые блестки, так что о них что-то говорить нет смысла, да. Поездка у нас как в мультфильме, так и не хватает. Хотя в мультике у нее не было вот этой заковки. В общем, у нее две вот такие челки, как в Дремиксе и в Космиксе. Ну, в общем, у нее всегда такая челка. Исключение, конечно, за Блуникс и Мифинуки. И Баты. Вот такие у нее вот волосы, вот такая вот косичка, как у Бум. Всех кукол в один секунду стелла и муфы, да? И единственное, у нее торчит вот эта штука, то есть волос. А вот у нее теперь не торчит пятка, ну вы поняли. Теперь давайте начнем с вот такие у нее. В общем, у нее не приятные страницы. А за страницы я со светом. У нее немножко другой свет отличает от сияния, давайте себе. Что все то же самое, у нее не отличает от сияния версии. Точнее от всех кукол. Кроме тем, кроме света. В общем, вот так. Вот такие вот у нее носки, они у нее сапоги, а точнее у нее туфли зеленого света, у нее такие вот тут, как у Буманик. В общем, у них вообще повторяет Бумку. И вот такие вот у нее зеленые стороны, хотя у нее тут голос это надо. Тебе сами придется. Давайте переходим к юбке. У нее такая вот юбка. Многослойная вот такая вот пояс вот такой. Где он в виде косинки, то есть его можно снять. А вообще я хочу сделать потом просто на всех этих. И хочу посмотреть, как они там снимаются на девайсе, молодой. И вот такие вот у нее зрели. А точнее у нее как все тут такой. И у нее там, как и у всех кукол в этой серии, выбирает грудь. Очень красивая кукла, если честно. И вот такие вот. Такой вот костюм. Крылья у нас такие в этой серии сделаны наподобие Феникса. А можно для ШИСА или других штам будут как с Феникса на всю версию с Нипа. Крылья, то есть пахаясь, ну вот, не важно. Вот так она выглядит в выполненном состоянии. А вот она, насколько выглядит без крыльев. И я заметил, что это что у всех кукол в этой серии не голые. А точнее у них почему-то. Если честно, это не очень красиво, то ли у них не хватило денег, то ли это специально сделали. Не знаю. Еще если можно увидеть, то там находится логотип Бэйбл, там сделано, что типа кукол. В Китае. И вот такая вот видит Икса. Ну это не удивительно. И дальше попробуем посмотреть на сами крылья. Хотя что там крылья. Они вот такие вот в клонном состоянии. И вот так они поднимаются. Вот так оно припомнил в этом состоянии. И можно на то есть так, то есть в состоянии. И вот так. А вот так выглядит ангел. Ну, вы видели. Итак, давайте я ей оденем
Напоследок я потом попросаться. Вот. И вот все пока. И следующая обложка это будет скорее всего на Steel Series, да, у меня появилась Series. А кука какая именно она выждет. Тех следующего обзора. Всем пока.